5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Вале. По луту она даже интересная, но на ней всего два ящика. Надо взорвать одну фишку и получить некий огнестрел. Там мемка, калаш, ВСС вроде была. Но опять же, зависит от того, сколько у вас украдут на базе, если у вас будет это антирейд, как у меня. Если украдут много, возможно, эти ресурсы, которые и оружие, которое я говорю, ее не будет. Потому что она будет заменена на тот лут, который рейдеры у вас украли. Но это не факт, сейчас проверим. Так, давайте, пацаны, умирайте по-быренькому. Тут, в принципе, вторую волну даже вызывать не надо. Уже ящик-то открыл. Так, давай, умертвляйся. Тут у нас... А нет, смотрите, лут сохранился. М-ка, калаш, ВСС, дробовик, разрушитель, пистолет, 2 стака слитков, дубовые доски, сосновые доски, это у меня украли, это я тоже заберу. И второй ящик. Это у меня украли, вот это у меня украли 5 штук, это и вот это. В принципе, мне очень даже повезло, что весь мой лут, который забрали рейдеры, перешел во второй ящик. Здесь в этих стенах ничего нету, ну то есть ящиков станки может быть, но смысл туда взрывать ради станков. Давайте посмотрим, может в плавильне, нет, тоже ничего нету. Сушилка неинтересна, тут есть байк по идее, но он пустой, тут даже бензин слить нельзя. Давайте проверим, да, вообще ничего нету. Ну вот такой вот утец, в принципе... Одна сишка, я думаю, этого стоит. 5 огнестрела, как бы на дороге не валяются. Ну а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.